Нет, ребятоньки, по заказу. Для Израиля. Конкретно по заказу. Сало показываю. Молодому человеку, который просил показать еще салко на Кременчугском рынке. Молодой человек с Израиля, который приедет летом, сказал, купит обязательно сало. Понравилось, как я колоритно показала салко. Вот снова Кременчугский рынок, конец дня. И ошеек. Я вас не показываю. Меня с Израиля парень специально попросил сало. Он приедет летом, купит, он сейчас в Израиле, кременчужанин, в Израиле попросил еще раз снять. Мы можем ему посылку выслать, если он хочет. А я не знаю, как сейчас, а как сейчас с посылками? Нормально. Сейчас все. Же, пока вы видите обстановка, да? Вот ну, такое смотри. Сало, смотри, дорогой. Вышлю ему, привет. Приедешь, сходим с тобой куда-нибудь, погуляем, салка возьмем. Вот, смотри. Это говядинка пошла. Вот ребрышки какие. А, баранина, да? А, баранина. А что, смачная по баранину. Баранина, вот смотрите, какие ребрышки хорошие. Хорошие, я вижу, жирок прослоечка идет. Это баранинка, баранинка. Да все, что хочешь, ребята, лишь бы деньги. О чем речь? Лишь бы денежка. Смотрите, какая краса. Вот что на самом деле. Нема слов. Идите не в магазин, а на рынок покупайте. В магазин там закормленная химией все. Оце здоровье, оце здоровье. З'їж кусок, а не с магазина. Домашнее есть домашнее. Вот такие колбасы. Вы посмотрите, шикарные колбаски какие. Це, ребята, снова конец дня. Я под конец дня... Мальчик попросил. Мальчик с Израиля. Да. Оля Князева, разминка на воздухе. Ютуб. Ютуб, смотрите. Разминка на воздухе у меня называется канал. Ну, показываю Кременчуг. Да. Кременчуг люди просят из-за границы показать, которые уехали, наши. Ностальгия по городу. Ностальгия, да. По салу, по городу. Да, да, просят пока. Я лица не показываю, ребята, не переживайте. А то мне замечание сделали. Я лица не показываю. Я вот так вниз, смотри. Девушка, я лицо не показываю. Нельзя. А некоторые хотят, чтобы лицо показали. Это же весь мир смотрит. А это у вас обрез, да? Ну, так жарко. Говяжья. Вот это ж у меня такса, елки 30. Я в тот раз взяла, мне дали свиную. А нельзя ж. Она аж это, а нужно печь. Да. А це почем? На сколько пакет? Наверное, не унесу уже. Мне много. Вот возьму собачки свои обрез. Да то богато. Нет. У меня на двадцатку. Нет, только так продаете. Ну, но мне много, она небольшая. Зачем? Я приеду еще раз, лучше возьму. Вот так, ребята, Кременчугский рынок, конец дня. Вы представляете, смотрите, что, сколько продукции. Сегодня что у нас? Пятница. Ну, люди еще придут, Рабочий день. На двадцаточку. Давайте, мне хватит, собачка небольшая. Я лучше приеду, свежак возьму. Конечно, я приеду еще раз, лучше возьму. Спасибо вам, девонька. Не, девонька нет, такая, как я, девушка. Ну ничего, все равно девонька. Да, да, да. Смотрю, такая, как я. Так. Так, олейки взяла. Домашний. Собачки взяла. Еще сало надо взять, у женщины. Колбаска тут такая. Вот колбаска копчености. Вот, смотрите, вот, какая гарна домашняя продукция. Да, вы посмотрите. Да с Израиля ж заказал парень показать еще раз. Наш кременчужанин живет в Израиле. Скучает. Летом приедет. Жарко это. Вот кровь. Я раньше брала, делала сама колбасу. Вы знаете, ребята, лучше купить колбаску уже готовую. Чем самой возякаться. Я раньше брала, нет, сейчас не беру, смотрите. Не, я так не зараблю, нет.
Я брала раньше. Так где я? Я же на мясокомбинате работала, того и брала. Я же работала раньше. На нашем мясокомбинате известном. Так. Ну так, все красиво. Все гарно. Все Ребята, вы посмотрите. Ну просто, без комментариев. Ребята, цены те же, что у меня в прошлом видео. Цены те же, не поменялись. Вот что у меня в прошлом видео, цены не поменялись. Смотрите, еще раз покажу. Я еще вот так увеличу. Вот. Вот, смотрите, я как краса. Ой, господи. Вот, смотрите. Смотрите, какой я шеек. Ну, це просто. Ну, ребята. Я не буду комментировать. Вы сами видите. Все. Тут, по-моему, без слов. Вот, ребрышки, почерево. Да что ты хочешь и не хочешь. Господи, вот хвосты хорошо. Для хорошего бульончика. Тут смотрят сзади. Сзади моей спины перемаргивают. Они думают, что я, знаешь... Они думают, девочка-припевочка. Девочке 55 лет, елки. Девочка-припевочка. Умудренная жизнью уже. А они же думают, молоденькая, глупенькая на меня думают. Девочки уже ого-го. Вот стало, видите, так сейчас. Ребята, я с сумками тут, боже, с пакетами. Шумно. Красавицы мои. Вот тут тоже, смотрите. Я как краса. Не, лицо нет, привет. Лицо я не сниму. Я лицо не снимаю. Фу, как жарко. Сегодня у нас оттепель 10 градусов на улице. Ребята, тепло-тепло на улице. В Кременчуге. Но пасмурно. Посмотрите, какие шматки сала. Елки, я с сумками, извините. Неудобно снимать. Неудобно снимать сумками. Все-таки рынок. Я женщина, тоже скупилась. О, тут какой ряд шикарный. Боже, ребята, гляньте, я как краса. Все в наличии, все, смотрите. Вот эти салфетки. Смотрите, увеличу. Где ж та женщина с салом? А ее нету. Нет, она стоит. Вот, смотрите. Я тут покажу чуть-чуть и все уже. И бегу. У людей торговля, я тут. Меня попросили. Вот молодой с Израиля. Молодой человек, смотрите сало ваше. С Израиля мне писал вот этот. Приятный молодой человек. Вот тебе сало. Приезжай летом, будем кушать сало. На пляже. Сало на пляже. Так. Все. Ребята, я прощаюсь пока вот на такой ноте красивой. Пока. Покажу под Новый год рынок. И особый привет молодому человеку с Израиля. Молодой человек, для вас показала. Пока.